Да. Черно, с разведкой. Река. Ух ты. Фига себе. Смотри, даже в сапогах-то. Вот здесь вот самое это. Вот самое, да, черт. Так, вот здесь вот на пеньки не наехать. Нет, там... если ты здесь вот едешь, то ты тут, наверное, выйдешь. А вот, вот самое главное, это вот когда вот этим колесом вот ты попадешь вот в эту. А ты все равно в нее левым колесом попадешь, как ты не крути. Вот это дерево мешает. Чем оно тебе мешает? Твою мать. Еще одна хрень. Ну, сапоги заливают здесь. Черт. Вот здесь всю лежневку размыло, как на эти бревна угадать. Опять здесь, на эти попадешь, здесь съедешь. Так колесо зажмет. Но там лед еще. Оно, конечно, когда хреново видишь. Ну, в общем, провалился, набрал. Пришлось возвращаться. Другие сапоги
переодел наполовину сырой. Неприятно, но не возвращаться же. Жара, воды много в болоте. Как-то можно идти. Но смотреть надо. Фух. Комарьё появилось. Еще не знаю. Еще не смотрел. Осталось немножко. Так, стоп. Левый сапог набрал, а булка с правым. Да опять. Где-то хрустнуло. А? Ну яшма, скорее всего. Но она с халцедоновыми. Вот опять хрустнуло. С халцедоновыми такими прожилочками. Ну-ка. Угу. Вот с красненькими тут и фиолетовый, и красненький, и оранжевый. Красота. Такие камни мне нравятся. Даже больше, чем обыкновенный кварц. Ва! Ух ты! Лихо, видите? Белый, красные прожилки. Тут что-то фиолетовое. Мыть надо. Интересное. Интересное место. Нашел его пару лет назад. Сегодня досуг был. Так, вот видите, опять стукнуло где-то. Тоже что-то такое непонятное. Чудное. Даже червяки есть. Конечно, это развал какой-то, скорее всего. Вау. Нормалек. Ладно, поработаем, потом включим. А это гем тут шороху наводит. Жарко. Ну что тут? Ну, попадаются любопытные образцы. Вот, например, такого плана. Красные, рисунчатые. Ага. Вот. Интересно для обработки, конечно. Да. Тут вот есть и покрасивее, но помельче. Мне бы хотелось погрубнее, конечно. Поэтому свал идет однозначно вот с этой жилы. Однозначно. Поэтому основной камень, конечно, чуть выше. Сейчас я здесь чуть копну и пойду там прощупаю. Давай, а я
вниз пошел. А что, вниз, что, вниз не хочешь упасть? У меня и красивее. Ну смотри. И он весь вот, конечно, в поддерновом слое. Грубо же начинаешь брать, там гранит начинается. Так, ну-ка дай-ка я посмотрю, и камни. Где они? Это же сразу гранит идет. Ну это яшма, что ли, с прожилками какими-то? Нет, это не яшма все-таки, папа. Это все-таки кварц. Но кварц рисунчатый такой, очень интересный. Вот тоже. Ну-ка. Ну, посмотрю, похуже, но... Сетчик-то не попадал? Сетчик пока нет. Не попадал. Был один камень у меня. Весь горошек. Тоже. Мелкий. Вот все, вот, они все тут агаты, но агаты почему-то все вот в поверхностном слое. Вот они все лежат. Вот. Все, все вот здесь вот, но я не думаю. Точно. Вот они все. Блин, но они мелкие. Не мелкие не надо. Фух, я хочу больше, чуть больше кулака образцы. Ну тогда тебе экскаватор нужен. Мне наверх просто надо сейчас. Камни наверняка оттуда идут, катятся. Ну это вот 100%. То есть. Вот тоже. Ой, вот побольше образец. Ого, сиреневым мне нравится вообще. Я даже за оранжевым находил. Угу. Слушай, ну вот их обработать, да, это на брекчевых, конечно, похожий материал, но другой. Другой, другой. Другой. Вот. Ну-ка, ну-ка. Другую сторону. Давай сам. Че, говорит, ты плюешь на них? Угу. Воды нет. Ну вот это нет, это. Это вот. Я. Это тоже херня. Нет, цены. Ну, кварц ведь? Кварц. Ну, кварц, ну он такой. Ладно, пошел я вниз. Смотри. Подошву развала. Не найду. Сюда приду. Давай. Ну вот, продолжаю это нудное дело. Попадаются. Где-то хрустит. Где-то стукает. Понятно. Непонятно где. Хрум-хрум. Вау. И что это такое? Ну, это так себе уже. Это не то. Не тот кварец. Вроде камень побольше. Так, неудобно. Сейчас мы... Фух. Обмана. Обмана. Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Ну где вы, клещики-то? Ясно. Говорю. Да?
Интересно. Ну, ясно примерно, как жилка лежит. Вот кварчик. А вот тут вот интересная часть начинается. Вау! Клад, 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 клад. Вот это уже тут и светлое, и красное. Я на камни смотрю с другой стороны, с художественной. Вот тут зеленый, там краснота пошла. Класс. Вот тебе проявление. Так называемое новое. 2 года назад уже и старое оно стало. О, намолотил. Щепок-то. Красота. Птички поют.